Кемеровские правозащитники проверят, как содержат бездомных. Поводом для этого стали жалобы бомжей, проживающих рядом с вокзалом. К нам в редакцию обратился Петр Потапов. Он поговорил с людьми и выяснил, что они сбежали из центра социальной адаптации. По словам бездомных, там с ними плохо обращались, скудно кормили и даже били. Подробности читайте на сайте. Все хотят заглянуть в будущее, но пока одни мечтают, другие делают. Так МЧС опубликовала свой прогноз на сентябрь. Спасатели считают, что в этом месяце мы будем наблюдать в области 12 аварий на угольных предприятиях. Более того, они даже называют те шахты, где, скорее всего, произойдут ЧП. Более того, спасатели обещают нам очень плохую погоду на сентябрь и называют районы, где вы можете попасть в ДТП. Заходите на сайт и читайте подробности, а сбудутся ли прогнозы спасателей, мы узнаем в конце месяца. И в завершении курьез. Новокузнецкого алименщика поймали на школьной перекличке. Отец пришел увидеться с дочерью, но был пойман судебными приставами. Теперь за радость отцовства придется заплатить. Подробности читайте на сайте СИБДЕПО.